Казахстанку, скрывавшуюся от полицейских в Армении, экстрадировали на родину. Подозреваемая, по версии следствия, в течение 3 лет руководила филиалом финпирамиды «Фиников» в Костанайской области. За это время были обмануты десятки потерпевших почти на 170 миллионов тенге. Как пояснили в Генпрокуратуре, ранее причастные к этому делу другие фигуранты уже получили разные сроки наказания. Женщину выдворили в СИЗО «Актау». Ей грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.